вообще здесь в Приморье спорт приподнять. Он и так здесь на высшем уровне. Есть очень много изведенных ребят. Но посмотрим, посмотрим. Может быть, кто знает, я в будущем еще и приеду за Владивосток. Просто вижу здесь перспективу, блестят глаза у ребят. Мне это вот, я живу сам в средней полосе, там тоже много ребят занимается и так далее. Но вот здесь как бы то, что далеко от Москвы, такое подрастающее поколение, они мечтают вырваться туда, и у них больше, скажем так, здесь у местных ребят, у ваших, больше стимулов. Я говорю, каждый раз приезжаем, народу все больше и больше, залов, и все виды спорта, что самое главное, карате, там, тэквондо, это самое, рукопашный бой, бокс, кикбокс, ну все вообще, тут вообще все развивается. И другие виды спорта, я знаю, там и плавание и так далее, и гимнастика, девчонки, смотрю. То есть тут, в принципе, и что касается виды борьбы, тут все виды борьбы все занимаются. То есть, если вот так взять по масштабному, то вообще Приморский край очень сильно, Приморскому краю, точнее, большое внимание уделяет спорту. Вот так. И это очень зависит от наставников много. Как бы и все, и на самом деле самые высшие руководства, вот и губернатор, и мэр города, все бывшие спортсмены. Это немаловажно. Немаловажно, я считаю. Так что из-за этого, я думаю, весь Приморский край здесь тренируется и занимается.